сразу. Хочешь пятачок обратно? Нет. Вот, Иришечка. Иришечка хочет узнать что-то новое. Увидеть. Входим. Как тебе метро, пятачок? Чистая. Чистая, удобная, информативная. Даже нам тупым, то понятно все. Выходим, площадь Таксим, парк. Одна из самых древнейших площадей города Стамбул, построенная в конце 16 века на армянском кладбище. И сейчас здесь сидят, отдыхают люди. Мы тоже сейчас присядем около фонтанчика. Выпьем чай за 2 лиры. Сфотографируемся. Можжевеловые кусты, насколько я понимаю. Даришь? Да, золотой рог. Да, наверное. Попали на какой-то митинг. Нас встречают уже. Нам надо мечеть. Да, и сваливать отсюда, пока нас не загребли, как ярых манифестантов. В общем, решили мы присесть в парке, попить чайку, который купили. А тут митинг. И слышны всякие, на русский взгляд, нехорошие слова. Если вы слышите слова йог и бизнес, это не русские слова, аналоги. Это вот они там говорят, что кончился бизнес и так далее. Вот. Но Ире послышалось, конечно же, совсем русские слова. Говорит, как же так, как же можно на митинге материться? Вот. Вот они около памятника собрались и граммофон свой вещают.
самую лучшую часть экскурсии мы закончили. Это был чай? Это был чай и парк Таксим. Площадь Таксим — это не самая интересная, как оказалось, часть нашей экскурсии. Сейчас мы туда спускаемся и будем смотреть. Собачка увидела вход в метро. К памятнику подойти невозможно близко, но мы все-таки попытаемся найти там Клима Ворошилова, который в 20-х годах помогал молодой республике Турция в борьбе за независимость. Все есть здесь. Трамвай. Грусян туристов облика морали. Там один единственный вагон ходит, битком набитый. И вот сидят люди, ждут по полчаса. Он туда уйдет, обратно придет, там сломается. Мне вот только сам вопрос, у нас действующий? Да, он действует. Да, и как вопрос исходный. Давай вместе со всеми подождем полчасика. Че бы нет, будем стоять и ждать. Согласна? Я выкидываю мусор? Да, вот мусорка. Теперь, как и решали. Такси мы увидели, памятник увидели, парк увидели. Самую интересную часть программы выполнили. Участвовали в митинге и выпили чай. Да, теперь нам нужно найти самую колоритную улицу и спуститься вниз. Да. Но самая колоритная улица, скорее всего, будет вот эта, заполненная толпой туристов. Не особо-то хотелось. Смотреть, в принципе, здесь нечего. Стали мы ждать фуникулёра, тем более там написано дурак коду. Депо трамвайчика. Не знаю. Пойдем.